Всем известно, что самые талантливые люди в России – это дети чиновников. Например, сын экс-главы администрации президента Иванова в 24 года становится вице-президентом Газпромбанка. Точно так же и сын сенатора Рогозина в 25 лет становится замдиректора оружейного концерна «Промтехнологии». Сын замруководителя администрации президента Кириенко в 33 года становится вице-президентом Ростелекома, а позже возглавляет ВКонтакте. Сын главы Совета безопасности Патрушева в 32 года стал замгендиректора «Газпромдобыча шельфа». Другой сын Патрушева в 33 года становится главой Россельхозбанка, а позже он становится министром сельского хозяйства. Министром также стала и дочь Кадырова, заняв этот пост в 22 года, а в 24 она уже вице-премьер Чечни. Племянник Кадырова в 28 лет становится мэром Грозного. Дочь Шойгу в 19 лет откуда-то уже заработала 9 миллионов долларов и приобрела участок на Рублевке, записав его на свою тетку. Также и сын главы Росгвардии Золотов в 23 года покупает участок в Барвихе за 10 миллионов долларов. А что вы купили и кем работали в свои 23 года?